Приветствую вас, друзья, на канале BB Play, с вами Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки Survival of the Aftermath. Так что, погнали! Итак, как вы помните, что в последней серии у нас вот такая вот аномальная жара, да, вскочила. Так что мы позаботились о воде, и я уже чуть-чуть за кадром поработал, там два дня с лишним получилось, и вот, и у нас сейчас через день начнется жарище. Так что вот такие дела, так что вот прочитаем еще раз, что это, вообще на что это влияет. Итак, благо вокруг поселения испаряется, и колонисты начинают страдать от невыносимой жары. Чтобы избежать теплового удара и сохранять работоспособность, им нужно много пить. Растения засыхают и гибнут. Колонисты пьют вдвое больше обычного. Страдают посевы на открытых полях. Чтобы выжить, строите водонапорные башни и запасайтесь пищей. Итак, у нас получается сейчас 262 человека. То бишь, потребление будет в два раза больше. Так что мы уже идем по минусу, потому что у нас 262 человека. Ну ладно, постараемся, конечно, справиться с этой темой. Ну, не знаю, как получится. Ну... Надо, у нас 4800 литров в запасе. Потом мы еще посмотрим водонапорную башню, как только у нас это вот здесь нормально все станет. Так, значит, что мы сделаем? Мы сейчас ставим на паузу вот это, опять же. Ставим на паузу вот это, так как нужен металл, да? И пусть это весь металл. Так, да, и за кадром я перенес все фермы. То бишь поля, да? Вот видите, здесь полей больше нет. Я их перенес вот сюда. Тут сделаем как агрокультурную систему. Вот. И опять же, у нас тоже опять же есть проблемы с жильем. Так как дети подрастают, они хотят жить отдельно от родителей. Им нужны места. Так я еще добавил склады для продуктов, для пищи. И вот видите, у нас уже полный, просто все забито. У нас очень много продуктов, очень много еды. У нас хлебушек, так, блин, я еще вот одну пекарню построил, да, сейчас пекарни просто нон-стопом шпарят, так у нас муки просто навалом. А еще одну больничку построил. Так что было чем заняться в этом, не за кадром. Итак, что у нас обновилось? Ничего. Металл приехал, да, металл приехал, все отлично, доски, очки, тараканы, антибиотики, пока что мы ничего не будем делать, подождем один час, пока обновят наш ассортимент. Доступны на новые торговые сделки, дайте металла, друзья. Так, что у нас с утилем? Утилем у нас только мало, так, значит, берем утиль, и что мы можем вообще взять? Очки науки нам не нужны, так, детали, ну, детали так себе, тоже доски у нас тоже не нужны. Морковь. Ну да, возьмем, значит, все. Давайте доберем детали, чтобы три дня одновременно придут обратно. Так, сейчас у нас построится водонапорные башни. Отлично. У нас 42. А, то наш могу восстановить строительство. И уже можем заложить дом, да, один. Чтобы эти вот 8 человечек жили уже под крышей. Так, значит, делаем так. Делаем дом. Перенаселение у нас, друзья, блин, большое идет, получается. А, кстати, мы можем сюда поставить пару домов, да? Ну, сюда не лезть, сюда может быть два, да? И посмотрим, сейчас просто прикинусь. И знаете, что мы здесь посерединке сделаем, друзья? А посерединке мы поставим лес. Ну, не лес, или там вот какие-то кусты, там, не знаю, у нас есть кусты какие-то интересные. Вот. Да, вот так. Жаль, что шифтом нельзя вот затянуть и все вот так, знаешь, как тебе вот поставить, как в Excel, блин. Благо это у нас бесплатное пока что. Ой. Это снесем мы сейчас, не проблема. Это убрать, уничтожить. Так, тут уже строится все, да, все строится. Так, у нас 251, отлично. Нам еще пару, блин, пекарень будет построить. Так как они 10, да, сколько у нас, подожди, хлебушек. Что это все равно постоянно высокий? Ну, стоит при тем параметры высокие, а все равно как-то очень медленно все это происходит. Так, металл несут, хорошо. Так, что, у нас специалисты готовы к работе, да? Ну, давай, погнали, тогда посмотрим, что специалисты наши делают. Ага, она открывала зону. А ты у нас куда и шел, чувак, да? Сколько у тебя хп? 60? Ладно, можешь забрать.
Она отдыхала. Так, ладно, значит, мы тебя направим куда? Как мы можем тебя направить? Давай сюда. Она направлялась на базу, так она там нормально подралась. Это тоже чучук идет на базу, так как у нас у него хп мало, а там 3 звезды, вдруг там что-то случится нехорошее. Так, это получил по лещам, ясно. Эта женщина у нас более-менее такая счастливенькая, удачливая, так вернее, счастливенькая. Так, ну тут у нас одно можем еще взять один раз. Ага, значит, можем еще раз взять потом. Это сейчас отрубит его. И у нас тут получится что? 30 конденсаторов, да? Ну, рискнем с тобой. Блин, нормально, нормально, повезло. Повезло, хорошо. И следующим разом мы уже заберем полностью все. Итак, по большому счету мы уже почти что готовы к катастрофе, да, у нас 261 человек, у нас уже потребляется, считаем, у нас будет еще плюсом, да, у нас потребление 262, и 262 будет 500... 530, да? 520, ну, короче, у нас нормально будет. Так, дома, что тут, почему тут не строится? А, металла опять нету, да? Ага, ясно. Так, сколько у нас детей еще, кстати? 56 детей, они еще рождаются, рождаются. Они сказали, что они понизят этот, блин, все это дело. А оказывается, ничего не понизили. Как оно есть, так и есть, блин, до кирища их. Инструментов нет, да? Так что с одеждой? С одеждой дофига. Так, ладно, сейчас построим дома. И восстановим эту. А, она тоже тут активно работает, все. Я бы еще одну пекарню забубенить куда-нибудь. То, что у нас муки-то дохерища, да, а вот хлебушек так себе печется, да? Потому что тут, смотрите, у нас муки просто 300 почти что. Ну, давайте этим займем. Сейчас мне сначала дома построим. Так, у нас эти жители готовы, да? Давай, погнали, то сейчас их разгоним. Я хочу, чтобы это открыло территорию. У нас тут еще какие-то территории не открыты, оказывается, да? Как-то, блин, бандюганы. Так, ты у нас здесь открылся, да? Вот здесь открой, потом туда пойдем. А, значит, сначала сюда. Так, хорошо, женщина, ты у нас куда и шла? Куда ты шла сюда? Куда ты шла? Куда ты шла вообще? А, ты сюда шла, хорошо. А, он домой шел, инструменты. Повезло. Женщина. Повезло. Не повезло. Тебе повезет? Да, повезло. Сколько осталось? 5 штучек. Это 8. Так, хорошо. Ладно. И ресурсов нету. Отлично. Потом уже отправим их домой. Так, секунду, друзья. Отключу сейчас, блин, сраный звук. Это как, блядь, как обычно бесит. Забываю. Ладно. Так, дальше смотрим, что у нас там. А, отлично, отлично, отлично. Все хорошо. А что это у нас? Кто не использовал... А, ты не использовала. А ты куда вообще направлялась? Домой? Отлично. Сейчас домики построят, и тогда мы построим еще одну пекарню. Так, сейчас жара наступит. Так, электричество надо еще... О, блин, еще электричество надо построить. Значит, сначала построим электричество, потом... Пару башен, этих ветрогенераторов. Куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь здесь в эту сторону идем. Так. Или сюда поставим парочку. Ну, сейчас домой. И что у нас 19, замечательно, все отлично. Дома строятся. А, офигенно. Пока что все хорошо. Блин, уже... А, 8 мест еще осталось, нормально. Опять же с инструментами проблемы у нас, блин, как-то... Ну ладно, потом мы это вырубим, вот эти все 4 штучки, они будут нормально производить металл. О, инструменты. Двухэтажный дом завершено, все отлично. У нас бездомных человек, людей уже нету сейчас. Сейчас этот будет достроиться, ему 6 металла надо принести. Мы производим сколько металла? Производим 20.
Ну как-то не чувствуется, что 20. Что такое? Специалист готовая карта мира, так хорошо. Угу. Забирай лекарство, ты у нас идешь сюда. Набрался, конечно, дома металла, лекарства, все как надо. Так, женщина куда зашла? Сюда, потом за куртки их отправим. А ты у нас идешь на базу. Так, ты у нас идешь тоже на базу. Ты у нас еще добираешь здесь, да? 20 опять сняли хапешек. Женщина. Последние два, замечательно. Чувак, ты у нас... Блин. 20, все, даже не смогу больше его... Не смогу я больше его... эксплуатировать в этой данной ситуации. Так, 8. Отлично. Так, женщина, ты идешь домой. Направляешься домой. Да. Домой, все, отлично. Все, погнали обратно. Так. Тут же бы сделали бы какой-то склад, знаешь, типа визуально, чтобы вот здесь такого не было, вот этого говнища, а вот какой-то склад такой нормальный, даже какое-то прилагательное помещение, чтобы это все там валялось, а не его так на виду просто валяется на полу. Странно это все. Да, с хлебушком у нас вообще, но они его просто расхватывают на ура просто. Арахиса просто кажется... А что мы сможем с арахисом сделать? У нас, кажется, ничего не сможем с арахисом сделать, да? Где у нас какая-то кухня? Вот кухня. Есть что-то с арахисом? Можем что-нибудь? Что здесь? Нет, нет ничего такого. 17. Бездомных уже... Ой, вот опять бездомных людей. Вот это... И главное, что мне еще этих надо еще переселить, блин. Это этот лачуг здесь, чтобы не было этих палаток. Так, а что нам для этих создания этих коммунальных жилищ надо? Так, и что за коммунал? Коммуналка. 14 металла. 14 металла, 25 и 12 бетона. А здесь у нас получается 20 бетона, 25. Ну так, ну если можно было бы как-то еще. Ну блин, только как-то тупо. Вот это вся эта расщелина. Какое-то ощущение, алло. Еще 55 детей, посмотрите, еще 55 детей, 55 детей еще. Специалист готов к работе. Ну с перенаселением, блин. Ты идешь домой. Так, инструмент он скинул. Так, здесь он все собрал, отлично. Женщина, ты собрал все здесь, да? Да, ты все здесь собрал. Тут больше нечего собирать, да? Все собрано, да? А что здесь у нас? Сколько здесь? 3, да? А у тебя сколько хпшек? 60. Ну давай по дороге захватим чуть-чуть. Этого домой отправляем. Так, у него уже вообще хапа нету. Этот чувачок. Ай. Плохо. Плохо. Все использовали все шаги, хорошо. Так, инструменты 29, 20, 12. Все просто улетает сразу, блин. 10, 9, 4, 3, 2, 1, 0. Инструментов больше нету. Ну, хоть дом строится, да, уже, да, инструмент дом строится. Так, что нам надо? Что нам надо? Что нам надо? Нам надо еще построить... Я хотел пекарню построить, да? Что же нужно для пекарни? Здесь металла. 15 бетона и 5... 15 карт этого. Хорошо, ясно. Так, а что у нас с дровами, друзья? А то, знаешь, как-то... Я-то дрова-то притормозил, чтобы их не делали... Ой, 103 еще, ой, еще достаточно много дров у нас. Здесь, может, тоже есть что-нибудь, не? Тут нет, тут арахис и металл. Хорошо, бездомных жилищ. Ну вот, все, хорошо, двухэтажный дом закончился. Так, пекарня хотел построить, да? Кухня. Пекарня. Да, я сюда забубень куда-нибудь. Да, а тут посадим деревья, что ли, не знаю. Фургон.
У вашего рода становится большой фургон, заполненный разнообразными товарами. Мужчины, чьи не рады, не вызывают много вопросов. Чьи там? Слышишь, вам вроде что-нибудь подминать нужно было. Ну, дыки ходите. Итак, ну давай 10 досок и 10 инструментов. И да-да-да-да-да. Тут 9, 10. Хорошо. У нас досок просто навалом, пусть инструменты хоть принесет. Так, значит, строим мы здесь какую-нибудь красавицу. Деревянную штучечку. Серьезно? Я не могу ничего построить? Это как? Странно. Очень странно. У нас же вроде весь одно место здесь. Что за... Нам строим такие клумбы тогда. Вот так. Красава. Здесь, может быть, тоже можно что-то посадить? Не, здесь у нас не можно ничего посадить. Аж так, что у нас здесь? Так, что у нас здесь? Так, специалисты готовы к работе. Хорошо. Забирай. Ты. Забирай. Ты. Кстати, давай сначала сюда. Сходит с гонями. Тут хилится. Ну, это будет за досками идет пока что. Надо почистить наш райончик. А, это домой. Ну, блин, рискнем. Да, замечательно. 15. Так, ты домой шла. То что, ну мало ли там. Так, сейчас нам нужен металл, да? Так, ну что ж, мы удачно пережили жару. Так, сюда что-нибудь забубенить. Может быть, сюда какую-нибудь воду засунуть, потому что, ну, там места не так уж много. Вот, да, как раз. Раз. Два. Так, и сюда мы засунем. Может быть, это не эстетично. Не эстетично красиво, знаете, друзья, но мы выживаем в постапокалиптическом этом моменте. Тут уже не до красоты. Тут главное, чтобы было продуктивно и эффективно. Так, 8, так, 10. Так, кстати, можем чем-нибудь, может быть, тут это приносит утиль. 14 часов антибиотики. Хорошо, ладно, закрываем это. Пиздом. Да вы уже запарили меня, блин. Ну там, блин, растете как грибы, ёхайды. Вот почему это не открывается? Вот этот вопрос. Мне на миллион прям. Дрова. Ты сюда. Ты хилится. Ты. Ты сюда. А, нет, ты не сюда не пойдешь. Ты вот сюда пойдешь сначала. Соберешь это. Ну, это явно мы не соберем это все с первым разом, да? Ну, что ж делать? Так, 33. Это откроет эту территорию, да? Ага, а ты у нас направлялся тоже домой, да? Хорошо, иди домой. Так, с едой у нас просто все отлично. Сейчас пекарня достроится. Вода тоже сейчас будет собираться у нас. Так, у нас сейчас надо с энергией разобраться, да? Надо энергию поставить парочку вентиляторов. Как уже бездомных, опять бездомных, блин. Ну, я не говорю, они просто как грибы растут. У меня 60 детей уже, я же не справлюсь просто с наплывом этого всего процесса, блин. Это же не будут, они будут по геометрической пропорции расти больше и больше и больше и больше и больше и больше. Раздай, выдать закон, как в тропика, чтобы запретить рождаемость, блин. Контрацептивы и так далее, и тому подобное, чтобы, блин, как-то это все не размножались, как грибы, блин, в поле нахер.
Средневысокая. Так, ладно, погнали дальше. Что мы можем еще построить здесь такое интересное? Еще бы одну бы столовую, ну ладно, это сейчас не примарное. У нас сейчас надо построить дома. У нас дома сейчас самое важное. Ну ладно, сейчас пока они тут собираются строить водяные эти башни. Пусть они строят водяные башни. Тут сейчас еще металл принесут. Нам, ну, можем, кстати, поставить, наметить дома. Один, по крайней мере, дом. Двухэтажный дом сюда его поставим. Или даже два. Блин, ну что, я второй не поставил, дурак. Хорошо, пусть стоят. Здесь мы что-нибудь еще придумаем потом. Большая водонапорная башня. Ну вот, видите, блин, 58, и тут все, блин, все больше и больше. Блин, останавливается без места жительства. Вообще не алё. Как-то тоже скоро заполнится уже, да? 48%. Так, электроэнергия нужна. А почему здесь так мало? А, вот сейчас пошло. Надо сейчас пусть дома построить сначала, а потом уже построим парочку генераторов. Это 60 будет вырабатывать, еще парочку штучек надо построить, да. А можем куда-нибудь сюда сбубенить, чтобы место не терять? Сейчас тут чисто, чисто нами посмотрим, можем или нет. Так. Что? Заметили медведя? Иди и отправляйся. Колонисты ранены, ну это мелочи жизни. У нас, блин, 5 лазаретов, на то, что вперед из песни, как говорится. То здесь некуда его забубенить, да? Ладно. Сделаем здесь электронную промышленность. Как бы забубенить сюда можно забубенить, нет? Нет, нельзя. А здесь куда-нибудь забубенить нет, тоже нельзя. Сюда можно, значит. Ну давай. Раз. Два. Отлично. Так, ой, секундочку, друзья. Ничего не толкова. Хорошо. Такс. Я бы еще построил вот такую одну тему. Ну, вроде бы у нас с седой вообще никаких проблем нету, так что подождем пока что на этом с этим делом. С, идем к центру колонии. Смотрим, что здесь происходит. Новые товары прибыли, все хорошо. Доступны новые торговые пути. Нам нужен металл, блин, в нос, из нас 11 часов. Ой-ой-ой, ешеньки, утиль, утиль, утиль. Не, значит, ждем, пока обновятся ресы. Так, у нас здесь что? Ну, это опять же, это вот эта система вот не влияет на производительность. Высокая, невысокая, да, кажется, ничего это не починили нормально. Так, женщина, ты у тебя здесь. Ну, как это вот счастливая женщина, удачливая. Так, так, ты смотришь, открой эту территорию. Тут это ясно. Забирай курточки. Иди хилься, блин, что ты орешь на меня? Доски собери. А ты у нас здесь собери это все дело, да? Ты у нас идешь домой, домой, давай. Ты у нас... Ну, тоже, опять тоже не понимаю, почему эту территорию не могу открыть. Иди сюда, собирай лекарства. И ты сюда идешь. Инструменты, отлично. Так, все. Инструменты прибыли, 26 штучек. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Может быть, даже хватит 7 инструменты. А, нет, потому что тут уже спят люди. Ну, по большинству мы максимально уже сможем. Вот, видите, как хорошо, 7 штучек осталось. Тут сейчас разрежу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 спят. Ну, как раз 7, 8. Ну, ясно, ну чуть не хватит, но совсем мало. Так, что здесь у нас? Так, это вот здесь есть, это вот здесь то есть. Ну, вот они уже несут сюда металл, вот опять. Видите, они сюда не принесли вот металл, вот сюда. Они, блин, носят туда. Какого хера? Значит, сделаем так по-другому, чтобы их, чтобы они тут не парили на мозг. Пауза. И пауза. И они будут сейчас носить все сюда. Ну и то, что им сюда можно дать парочку этих железных листов. Специалисты работы готовы к работе. Опять же, смотри, как быстро это происходит. И эта женщина не потеряла ни хпшки, хоть, блин, выносила все подобное отсюда.
Так, я тоже опять же тоже ничего могу здесь сделать, да? А кто здесь у нас? А, ладно, чувак пойдет, я пойду собирать сюда ресы. Блин, надо было сюда собрать сначала ресы, ну ладно, черт с ним. Собери здесь, так, это хилится. 100, ты идешь сюда. Ага, уже по болещам получил, чувак. Ну, получит, вернее. Так, что у нас здесь? Доски собираешь. Ага, только упомянулся, но вот получила по лещам. Ты сюда. Лекарства собери. Ага, она отдыхает, хорошо, ладно. Ребенок родился опять. Так, ну вот 5 металл, куда, почему ничего не пришел? О, торговые, новые торговые сделки. Дайте мне металл. Нет металла, опять же. Да, нет металла. Ждем 2-3 часа. Пусть пока что торговцы поотдыхают у нас. Так, дальше. Так, пекарня у нас работает. Все у нас отлично. Сколько что с хлебушком сейчас? 11 хлебушка, да? Арахиса просто немерено. Картофеля немерено, должен много, как кукурузы, так, более-менее. Так, картофель, так, арахис. 62 человека у нас просто гуляют, 62 человека. Мне их просто некуда сувать уже, некуда, что им делать? Мне фермы еще строить, что ли? Ну так вот же еды до херища просто. Какие-то производственные сооружения строить, что ли? Давайте посмотрим, что у нас... Здесь по карте есть бетон. Ну ладно, бетон это один человек. Пластмасса. А давайте, знаешь, что сделаем? Где это у нас? Сюда поставим. Сейчас пусть сюда ходит и работает. Так что здесь бизнес с фургон приехал. Что он нас привез? Итак, предложение 59 картошки, 18 деталей. 50, 18 этого, 70, что еще у вас есть? 12, 67 кукурузы. Куртки, блин, 8 лекарств. Ешки-матрешки. Ну ладно, возьмем тогда. Это. Бездомных жилищ. Так. Сколько у нас детей? 55. Блять, они все растут и растут, они все растут и растут. Я хочу, чтобы ты пошла, дала... Звездюля этому чуваку. Да. А ты идешь собирать сначала дрова, а потом вот это все остальное. Куртки собрал, а ты иди дай звездюля этому пацану. А ты пойдешь драться с каким-нибудь нормальным пацаном, потому что ты у нас боец по своим параметрам. Сидит. Почему тут еще ничего не открыто, я не понимаю. Почему здесь не открыто ничего? Ладно, вот здесь, вот, ты сюда идешь этим навешивать. Ты у нас тут пока что еще счастливый. Ага, получил лещей. И она получила лещей, все. Потом домой отправим ее. Так, этот чувак сейчас скинет ресы. Этот чувак соберет аптечечки еще, да? Ну, эта женщина... Что на этой стороне все собрано у нас? На этой стороне все собрано, да? Ну, здесь сюда, потому что я сейчас Женя буду ходить отсюда, а ты будешь ходить сюда вместо нее. Отлично. Текс. Я думаю, что начинать заготавливать дрова. Да, дрова надо заготавливать уже. Как раз вот уже подросли у нас деревья. Так, что еще можем построить? Мы такое интересное. Ну, дома мы ждем, пока у нас металл принесут, да? А, кстати, я что-то куда-то направил пацанов, да? Да, доски ждут. Тут еще металл, ё-моё.
Но я надеюсь, что потом они мобильно все-таки ведут там какой-то транспорт, чтобы, блядь, они туда залетали. А, тут уже закончилось, да, уже. Уничтожить. А сюда мы поставим. Производство. Эскалатор пластика. Но мы его поставим на паузу, чтобы он под паузой работал, чтобы сюда металл не несли. Так, это врубаем его сюда. Сюда сразу два человека. Пусть они тут носят пластмасску. У нас, блин, 66 человек просто нихера не делает. Просто прохлаждаются, как говорится, да? Ну и сюда можно экскаватора забубенить. Так, смотри, как это удобнее поставить, чтобы у нас дорога... Где дорога идет у нас? Вот здесь дорога здесь, значит, дорога так. Мы сюда поставим экскаватор. И пойдем сюда. Да, вот сюда поставим. Так, хорошо. Так, иди сюда. Где-то там у нас, дорогуша, блин. Экскаватор бетона, машина. Вот так, тоже ставим тебя здесь. Тоже я ставлю тебя на паузу. Так, хорошо. Дома сейчас это построится, уже металл сейчас принесут им, будет и хорошо. А, я надеюсь, что... А, все, доступны новые сделки. Новые сделки, но нету металла, металла нету, да? Что с утилем? Утилю, 50 утилю у нас, да? Ну, нету ничего такого, что мне нужно здесь закрыть, ждем опять. Семьдесят человек вообще без всякого. Сейчас так, да, блин, таким образом до 300, до 300 не дойдем. Бездомных жил 9, они просто, я говорю, просто растут как грибы нахер. Ладно, так дальше что мы тут делаем? Надо дома построить какие-то, писец, просто такая бомба, такая, блин, колония. Это уже не колония, это уже город нахер. 300 человек. Бездомных. 11 уже. Давай леща вешай им. Сколько там снял им? Нормально так, ничего так. Потеребонькало им лица. Так, а ты иди звездане этому по лицу. Ну, нахрен. Втащила нормально. Ну, или более нормально. Так, кто ты шла? А, ты шла этих дубаси здесь, да? Хорошо, давай. Так, тут ничего не добавишь, да. Ну, 6. Ну, сможем очистить его. Домой иди. Вот то, что я хочу от тебя. Так, этот хилится. Этот собирает аптечки до сих пор еще. Эта женщина направляется вместо нее собирать антибиотики. Хорошо. Так, хорошо, сейчас тут уже металл есть, и тут металл будет у них, да-да, 10 штучек, нормально, отлично. Хорошо, что эти дома еще электричество не просят, хоть у них есть, значит, электрические столбы, где-то здесь было, вот, или что это? А это ветроуказатель, походу, да? Да. Я думаю, что в дальнейшем все равно они добавят еще какие-нибудь дома, по-любому. Что, ребенок? Родился ребенок, блядь, сука. Ну жопа просто, ну что же вы не так плавили, ласт просто плавили. Так, тут полный склад уже, ё-моё, ну. 99%, 99, 100, блин. А, это не то. Мельница наконец-то остановилась работать, наверное. Хорошо, а то у них типа говорит, что нет ресурсов. Да тебе не надо ресурсов, там целая жопа у тебя ресурсов уже. То бишь муки у нас, блядь, на целый год вперед еще. Мало инструментов. Ну я знаю, что у нас мало инструментов, но это не повод устраивать панику мне здесь. Так, у нас 3 бездомных осталось, да? Да, ждем тогда, сейчас идем, запускаем строительство вот этих штук. Восстановить. Пусть несут уже сюда ресики. Потому что на ночное время идем в плюс 2 пока что, да? Ну, у нас сейчас 12 тысяч киловатт, скорее всего, в запасе, да, ну.
Все равно. Так, что с хлебушком у нас? Хлебушок уже идет постепенно, мы уже накапливаем хлебушек, это хорошо. Так, что ты у нас, женщина, сделаешь? А, ты тут дубасишь этих пацанов. Ты, дяденька, собираешь ресики, да? Молодец. Ага, ты бизи бить лица, я понял. А, ни хера ничего не? Ну, блин. Плохо, плохо. Куда ты шла? А, ты шла бить этих. Блять, ладно, чё с ним? Чуть промазал. 4 человека. Так, все, тут у нас пустенько. Здесь у нас тоже будет сейчас пустенько, все отлично. Это домой. Этот чувак. Да иди, блин, за... Не знаю, за... Сюда сходи. А ты сюда. Отлично. Доступны новые торговые маршруты. Так. Металл. Погнали за металлом. Ну и заодно за 6 дней. Нет, нет, нет. Ну и утили заберем тогда. Закрыть. Двухэтажном застроили. Так, хорошо, отлично. 88, блин. Да куда все остальные делись? Отсюда уже переселились, да? Или чё? Не понял, что так? Ты у нас 8 человек уже было без жилья. А что здесь? Ремонт. Почему не отремонтирована хата? Так, подожди, что у нас эти ремонтная бригада? Почему ты... Переместить рабочую зону. Почему я не могу увеличить зону? Ну ладно, значит так сделаем. Одну сюда поставим. И тогда сюда одну поставим, такую же самую систему. Что надо для ремонтной мастерской? Где это было у нас? Мастерская инструментов. Нет, это не здесь. Школьный ремонтный инструмент. Вот сюда где-то. Это надо куда-то сюда поставить. Чтобы он ремонтировал наши постройки в этом радиусе. Угу. Так, ладно, значит, поставим на другое место. Я хочу по максимуму использовать место. Вот, отлично. Специалисты готовы к работе. Хорошо. Три человека еще осталось. Че, херели, блядь? Блин, жестоко нахуй, что скажу так, она нормально отхватывает здесь дюлей у меня. Какие-то, блин, жестокие пацаны попались ей. Так, что у тебя здесь все, да? Или что-нибудь поблизости, что-нибудь пофармить что-нибудь. Блин, тут три. Тут сколько у нас? Тут, сколько у тебя хпшек? 60? Ну нет, давай тогда я тебя отправлю домой сначала, потом уже раскидаю. Так, я тоже тебя домой отправлю. Я сейчас буду по-большому всех домой отправлять. А, тех, которые уже направились, типа, в свои точки. Тех я ставим. Так, что дальше у тебя тут собираешь этот ресики, да? Ну, ты тоже пойдешь туда, где куда тебе положено. Блять, они сюда, в принципе, металл быстрее, чем, блядь, туда. Ну, это как-то вообще без понятия, без понтов. Вообще, как это вы работаете, пацаны, я не знаю. Так, хорошо, ладно. Досок нету, перейти в рабочую зону. Сюда. Так, ремонтная мастерская достроена, так, хорошо. Так, перейти в рабочую зону. Вы будете работать у меня. Давайте на насосах, а то мало ли что.
Магнитная буря. Вот смотрите, два удлинных запаха озона. Электроника отключается одна за другой. Останавливается электростанция из-за серии коротких замыканий. В колонии происходит сразу несколько пожаров. Задание. Здание, производящее энергию, прекращает работу. Здания, для работы которых нужна энергия, могут пострадать. Стройте аккумуляторы, батареи, заряжайте их, и колония не станет без света. Так, значит, все-таки мы поставим сейчас их сюда. Вот так. Как-то вот так. Вот так ставим. Три дня. Так, у тебя нет человека. Блин, у вас нет рабочего места. Че, вы офигели? Так, ща посмотрим, что мы можем здесь вам забубенить, где вам тут что-нибудь построить. Вот здесь идите чистить ядерные отходы. Я надеюсь, что мы потом в дальнейшем сможем это использовать, потому что, ну, для чего-то это может быть, будут выгодны, не знаю, там, эти ядерные отходы, но, не знаю, вроде бы никуда мы их не используем в обиходе, ну, не знаю. Так, хорошо, это сейчас металл приносит, что-то здесь, 5, хорошо, так, специалист готов к работе. Угу. Опасности 0, отлично. Да пиздец, просто их так, блядь, не пробить вообще, на. Смотри, как они там, блядь, дерутся, блядь, насмерть, на, прям. Да, ты идешь домой. Ты идешь домой тоже. Ты идешь тоже домой. Ты идешь. Куда и шел? Сюда. Ты идешь собирать еще и лекарства. Ты у нас собираешь это. Все, больше нет ничего. Ясно. Магнитная буря, блин. Иначе могут пострадать вот эти вот электрозаводы, игровые автоматы, кинотеатр, арена, поликлиники все. Бля, насосы. Вот это будет жопа. У нас 12 тысяч вольт. Ну хорошо, что это тут делает? Они тут мясо производят, ага. Кстати, значит так, делаем так. Ставим, это не перемещаем, потому что это у нас... Так и так отрубится это, чтобы они здесь чинили их. Ну, посмотрим. Это требует энергии? Нет, это вот это. Вот этот. Требует энергии? Нет, не требует энергии, хорошо. Так, что с хлебушком? 8, блин. Мало. Еще одну какую-нибудь пекарню забубенить. Ну, это потом. Сейчас нам надо позаботиться о электроэнергии. Ну, по-моему, сейчас она хоть и это все у нас сейчас отрубится, по, блядь, чертовой матери, ну... Так, как у вас тут дела, друзья? Вы все собираете, да? Все здесь у нас на паузе стоит, да? Да, на паузе все отлично. Да тут еще пластмасса, блядь, куча целая. Значит, делаем так. Сделаем так, где у нас там? Нет, куда ты пошел, не сюда, вот. Вот так, переработка сырья. Не до катастрофы, два дня. Ну, думаю, переживем магнитную бурю, посмотрим, справимся с последствиями, и будем уже заканчивать сегодняшнюю серию. Такие планики маленькие у меня. Это дело так. Специалисты готовы к работе? Ой, ну да, пошли к специалистам, да-да. Собираешь ресы. На следующем раунде мы их вырубим в следующем раунде. Ух ты, тут сразу половину сняло просто им. Так, ты у нас направлялся домой. Отлично, ты у нас направлялся домой. Ты направлялся у нас домой. Ты направлялся нам туда, куда надо было направляться тебя. За лекарствами. Ты у нас направляешься за лекарствами, опять же. Ты у нас собираешь... Лекарства, хорошо. Все отлично. Два дня, 70 человек рабочих, блядь, это пиздец. Блин, дети как стоят, 50 их 50, они стоят нахрен. Что по статистике, проверим. Так, меню, статистика.
Не, прожито 138, всего смертей 150, да, катастроф пережито 13, всего пришедших вам групп выживших 17, оставшихся у вас группы выживших 15, то бишь две группы уже куда-то исчезли, они умерли и покончили с собой самоубийством, не знаю. Бандиты 11 убиты, бандитские районы 5, так что у нас здесь металл, материал 5, так, ресурсы, пища, ага, это сколько у нас производится, 14, 12 тысяч, 34 тысячи. Учащихся 30, с образованием 183, дети 56, взрослые 230, население 286 человек. Ионный таблеток 0, инструментов 0, одежда 30, лекарства 30, графика. Загрязнение, ну это картофель, просто 90, блин, тут день в день, просто ужас, производство, потребление вообще у нас идет, выше 20 не производится. Ну так я сейчас отрубил большинство, не то что отрубил, а... Снял поля у нас, так что пшеницы не так уж сейчас много, да? Но все равно она есть. Так, пшеницы нету. Офигеть. А у нас пшеница вообще растет? А, да, растет пшеница 1, 2. Два поля у нас растет. Умирает от голода? Ты чё, блядь, издеваешься надо мной? Она, наверное, застряла, как обычно, блин. Вот тупица нахер. Кто мне голода? Вот что у нее здесь целая куча. Ну, это, скорее всего, он просто опять застрял, и я не проследил за этим делом. Вообще жопа. Вот. Лошара нахер. Что? Постройте больше жиль Томас. Бездомный житель Томас. Томас, ты чё, блин? Томас, ты чё вообще? Просьба колонистов. Кто-то хочет справиться в путь за ворота. Так, пара колонистов приходит к вам с просьбой открыть ворота. Они услышали голос промысловых животных неподалеку и хотят отправиться на охоту. За воротами опасно. Там можно получить травму или еще хуже. Еда никогда не будет лишней. Отпустите их, давай. Ягоды, 7 ягод, нормально. Справились так с этой темой. Так, хорошо. Что у нас здесь? 19. 13. Что у нас здесь? Бездомные жители. Мало одежды. Так, ладно, у нас что здесь происходит? Это собирает ресурсы. Это тоже собирает ресурсы. Это вырубает последний, сделает. Да на нахер, по табулу себе. Ну, не себе, а ему, короче, чуть-чуть, да. Так, ну тут опять лекарство будет 39, так что она остается. То есть тут здесь. Ну посмотрим, сейчас те как-то. О, тут нормально она вынесла им личико. Один человек остался, походу, да, только получается, да? 5. А, из 12. Это домой. Это домой. Она домой. Он за лекарствами. Лекарство. Лекарство. Отлично. Супер. Все, возвращаемся обратно. Ожидаем буря 2 дня. А что так медленно все это происходит вообще, пиде как-то? Че тебе мало? У нас 30 одежды еще, что ты, блядь, Станция переработки. Отлично. Кажется, тут еще где-то была станция переработки. И что-то еще, кажется, строил одну. Или нет? Не, ну да, вот. Она уже собирает все. А, все правильно, все понятно. Все окей. Все отлично. Хорошо, дальше что у нас? 4 человека бездомных, да? Что у нас с этим? Один металл. 7, 8 металла не хватает. Ну вот еще 5 принесли. Это сюда, да? Давай сюда, принеси один. У тебя остался один штучка. День до катастрофы, один день до катастрофы. Значит, тоже еще, блин, это у нас вырубится. Кто там один отходы? Ну это маленький. Тут еще вот это, тебе еще это здесь есть, так что у вас тут еще достаточно. У нас 68 носильщиков, почему никто еще не принес металл? Странно. Ладно. Супер. Так, ты отдыхаешь.
Домой. Домой. Лекарство. Лекарство. Ты можешь дать в табло этому пацану? 1-4. 8-13. Ну нормально. До сих пор еще металл не принесли вас. Пацаны, вы эти чё, блин? Вот тоже, я тоже не знаю, надеюсь, что разработчики обратят на это внимание, то, что, например, когда несут ресурсы, вот носильщики, да, они просто принесут сначала их, нас положат на склад, потом кто-то со склада берет их, несет, блядь, на место строительства. Ну, зачем так тупо делать? Не знаю, что сразу вот взял там металл, он сразу принес металл, и, блядь, он принес сюда металл. Ладно, это строится хорошо. 12 тысяч ампер у нас есть. Я думаю, что... Не знаю, как долго будет это все происходить у нас. Но надеюсь, что нам хватит на... определенный момент времени. Ну, хорошо, там ничего страшного. Главное, чтобы... Не было 3 дня. Он, как обычно, блядь, дожди, все остальное идет 3 дня на... Радар. Так, что мы, что я хотел сделать? Я хотел что еще сделать? А, дом поставить. Поставить дом. Так, дом. Дом. Домик. Двухэтажный домик. Целых два хочу поставить сразу. Один. Два. Потому что к тому времени, пока мы это все сделаем, они уже будут, блин, не 8, не 7, а уже, блин, 15, нахуй. 293 человека. 63 ребенка уже родилось, бля, я ебал. Шопа, жопошная. Специализировал к работе. Да. Забери последнее лекарство. Ну давай уже закончить их. На, нахуй, прям в таблище. О, 520 науки. Так, пусть они остаются здесь. Я хочу сейчас всех призвать обратно. Потом перераспределить их. Хотя одну взял и, блин, получил звездюлей за это. Отлично, нормально она втащила им нахер. Походу, наши спортные не справляются с объемом работы, иначе мы сделаем следующее то, что мы следующее построим. Мы построим портяжную, не знаю, что там прямо неправильно так вот проговорить. Так, где у нас это было в производстве? Мастерская портяжник, вот в этот сюда. Не хочу, блин, не могу сюда засунуть его. А сюда? А сюда я могу засунуть, да? Да, отлично. Потому что ему надо только бетон и тряпки. Ой, это деревья и все остальное, пластмасса. Вы пришли, кто к нашим воротам пришел? Оу. Ну да, бери. Возьму я антибиотики от тебя, дружище. Вот это может быть, был бы еще такая вещь, как терраформирование в этой игре. Ну, может быть, ну, я уже хочу еще сделать космический груз этой игры, блин. Терраформирование, блин, машины, блин, и так далее. Это, блин, космос, наверное. Как будто и войны не было, блин. Ну, блядь, колония называется, ничего, что это должно быть, что-то такое. Больше ветрак построено, плюс 94. Отлично. Так, у нас 0 дней до катастрофы, до магнитной бури. Отлично, иди сюда, работайте. Так, у тебя здесь... А, тут два ветряка уже потроено, значит, нормально у нас. Дома. Ну, сейчас смотрим, что с домами. Сколько металла? Один металл здесь. А, кстати, что с моими торговцами? Ну, они сейчас уже через скоро прибудут. Через день.
Ну да, тут какое-то место мало остается. В чем еще можем засунуть? Ну дома мы явно сюда не можем засунуть. Лачугу можем какую-то засунуть, может быть, дом. Нет, дом он довольно-таки большой. А сюда, может быть, дом засунуть можно. Нет, не сможем. Если засунем дом, то ничего не получится сюда засунуть. Ладно. А если... Ну нет, без если. Что бы другое, например, сейчас засунуть, без обубендина. Лачуга. Ну, не знаю, что будет, может быть, какой-то склад или там что-нибудь. Ебать. Ну все, погнали, блин. Бездомные жители 3. Энергии минус 416. Ой, будет это быстро улетать. Ой, блядь, быстро будет улетать. Критические повреждения экскаватора. Ремонт. Вот энергия будет у нас просто, вот, уже 5000 осталось, да, из 12. Так что это все, это фуфло. Сейчас начнет все отрубаться, блин. Просто. Критическое повреждение с... Что? Скважина. А, ну... Все, энергии нет больше, да? Все, все, сдохло. Сдох Бобик. И тут тоже еще повреждение. Ну иди твои коцы, иди ты колотить. Тут для все у нас просто... Просто все ломает. Здесь ремонт. Короче, завязывайте уже. И тут еще есть инфекция у кого-то, блядь. Ну ёпта, блядь, а у нас больница не работает, вообще огонь. А что еще работает? Ну, пекарня работает. Столовая работает. Отлично. Хорошо. Давай, энергию врубайте обратно мне, блядь. Твою дивизию, блядь. Двухэтажный дом зато закончили строить. Ну нахер. Тут все, блин, сломалось у меня. Ничего не работает. И тут еще повредили это. Ремонт. Ремонт. Пластик у нас окей. Так. Тут все пока что нормально. Нормально все, нормально. А он еще и вода же, кажется, да, уходит. Но же нет этих, блин. Ну ладно, 176, ничего страшного. Все, фу. Пережили мы нормально, все отлично, все супер, все замечательно. 299 человек. Как будет 300, друзья, мы на этом закончим сегодняшнюю серию. И уже будем продолжать дальше развиваться. Ремонт. Ремонт. Да. Потрепал нас, молись. Так, тут пластмасса. Тут уже ремонт сделан. Тут уже поставили на ремонт, да? Да, все отлично. Что у нас здесь? Тоже ремонт. Здесь все хорошо. Здесь нужен ремонт. Ремонт. Да. Нормально, сейчас все тут инфекция. Иди лечись, дубиня. Дубина, он спит нахуй, вообще охуел. Иди, ну, блядь, в больницу. Торговые маршруты, что? А, у нас при... А, все, понял. Пришли наши... Ну, это лучевая болезнь, она все равно рано или поздно она тебя забирает, и ты помираешь. Подожди, а где металл? Я же металл принес. 20-40 штук. Так, торговые пути. Ну, явно нет все, что нужно здесь.
Кстати, что у нас с местом? 19, нормально. Ну что, друзья, я думаю, на этом мы и закончим. У нас 300 человек, 301 уже, по большому счету. У нас колония развивается, все отлично, все суперски. Так что большое вам, друзья, спасибо за ваше внимание, за ваш просмотр, и, конечно, за ваши огромные царские лайки. Если вам, как говорится, понравилось видео, ставьте лайчик, подписывайтесь, да, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения. Сегодня мы еще встретимся на стримецке, но это, наверное, уже я выложу видео после стрима, как получится, как-то это обработка будет на YouTube, понимаете ли, там, чтобы в нормальном качестве вышло все сразу. Так что большое вам спасибо, всего доброго и пока, друзья.